1 декабря глава муниципалитета Адам Джарим посетил спортивные объекты Северского района. Сначала осмотрели новую спортивную школу номер 2 в поселке Ильский. В здании провели капитальный ремонт. Работы велись в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта. Открытие спортшколы после длительного карантина состоялось совсем недавно. Новый спортивный комплекс приспособлен не только для тренировок учащихся, но и для проведения соревнований различного уровня. Ни одно поколение детей выйдет отсюда. Поэтому мы уже с вами вот вошли в историю как приобретатели этого хорошего здания, где будут рождаться настоящие спортсмены, будущие чемпионы. А самое главное, наши дети и внуки будут заниматься здесь в тепле, с хорошими тренерами и дадут хорошие показатели. Также глава района наградил грамотами выдающихся тренеров этой спортшколы за вклад в развитие физической культуры. После Адам Джарим посетил стадион спортивной школы номер 3 поселка Черноморского. В этом году здесь отремонтировали трибуны и установили новые раздевалки. Глава остался доволен качеством и оснащением спортивных объектов. В Северском районе развитию спорта уделяют большое внимание. Создаются все условия для занятий физической культурой и воспитания спортивного здорового поколения.